Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ой, дома стало так холодно, что я думаю, ой, пледики, хочется завернуться. Еще хотел, знаешь, такую меховую шубочку такую набросить. Ну, да, хочется согреваться. Тем более, что действительно у нас холодище, зимой бывает ой-ой-ой. Я тебя прекрасно понимаю, потому что тоже, знаешь, промерзаю, в носочках дома хожу. Поэтому у нас есть прекрасная коллекция пледов, символ дома плед, символ уюта и тепла. Наша прекрасная грация, которая как раз защитит вас от холодов, согреет. Потому что удивительная, уникальная конструкция у полотна. Вот такой вот мех пришит с оборотной стороны к цветной. Посмотрите, эко-мех с теплом овечьей шерсти. Это уютное, приятное. Сухое достаточное тепло, которое будет вас обнимать и согревать. Но этот плед хороший с другой стороны. Это еще и элемент декора, который позволит вам обновить интерьер, добавить в него ярких красок, хорошего настроения, в преддверии новогодних праздников освежить обстановку в любой комнате. Ну и, конечно, мы задумываемся о подарках, естественно. Поэтому коллекция у нас разнообразная и представлена в нескольких оттенках. Чудесно! Это покрывало грация. У нас представлены сегодня по цене новинки со скидкой почти 50%. Как здорово, что у нас есть разные цвета на выбор. Фиолетовый, смотрите, какие хорош. Здесь красивые оттенки. Фиолетовый, очень богатый. Знаешь, вот у меня, например, вот сестра двоюродная очень любит фиолетовый такой цвет. Баклажан. Соседка любит. Ну, какой-то он такой, знаешь, приятный. Он очень благородный. Цвет гармонии, цвет творчества, цвет, который заряжает атмосферой. Особенный, творческая атмосфера ваш дом. Мне очень нравится наша коллекция вся. Далее мы идем по цветам и видим с вами бежевый цвет. Его украшают вот такие малиновые красивые цветы. Мы посмотрим, цветы, как будто бы распустилась яблонька. Следующий цвет у нас зеленый. Вы только посмотрите, какие прекрасные контрастные оттенки зеленого и ультрамаринового синего. С полутонами, с растушевкой. Вот раньше ворсовая ткань вообще не могли так делать. Да, окрашивать вот такие именно печатные рисунки. Сегодня, да, раньше только на гладкой ткани, сегодня и ворсовое полотно украшает 3D-рисунок. Это очень модно. Давайте еще раз напомним, что это предложение у нас представлено сейчас в эфире со скидкой. На подарки, представляете, ну пледы всегда берут на подарки. Конечно. Заказывайте сейчас, подумайте, кому вы можете сделать такое пушистое, приятное, красивое предложение в подарок. И знаешь, здорово, что у нас не простой плед, тоненький, знаешь, обычный, а он у нас двойной. У нас еще и с оборотной стороны мех. По сути, это как будто бы два пледа в одном. И приятно укутываться, да, можно даже, по-моему, укрываться, да? Да, Олечка, благодаря вот такой вот двусторонней фактуре, уникальной конструкции пледа, его можно использовать абсолютно по-разному. И как элемент декора, благодаря красоте. И как одеяло уютное, дышащее, потому что эко-мех и волсов все полностью пропускает воздух, поэтому спать можно под таким пледом ночью, как и под обычным одеялом. Я так и делаю, и поверьте мне, это очень приятное занятие. Особенно, когда, знаешь, сезон заболеваний, респираторных, да, и прострел в спине. Вот сейчас для меня очень актуально. Я сижу, честно, с прострелом. Иду делать уколы, извините, после, да, сложно. Вот я сохраняюсь после эфира. Сохраняюсь, да, и свою спинку помогаю себе именно сухим теплом. Да. Я вообще, знаешь, что делаю? Стелю прямо хлопковую простыню поверх белого полотна и прогреваю постель. Дарите тепло, дарите уют, дарите заботу, дарите здоровье, дарите двустороннее, двойное покрывало. Представляете, как приятно вот так вот завернуться вот в эту меховую, приятную по сторону, как будто в шубку. Ну и, конечно, украшать свой дом мы любим. У нас есть три расцветки на выбор. Это цвет фиолетовый. У нас есть еще два цвета. Заказьте сразу несколько. Давайте раскатаем и покажем, вот прям вот разложим, так, да, и покажем. Красота здесь у нас, посмотрите. Смотрите, у нас здесь весеннее настроение. Я уже представляю, да, когда мы с вами. Вот, например, привьевшуюся, Олечка, унылую, может быть, где-то обстановку украшаем такими вещами, настроение поднимается в считанные секунды. Акцент очень яркий, штрих такой в интерьер. Посмотрите, какие краски. Ой, красотища. Запишите, это бежевый цвет с первоцветами. Вот он, бежевый цвет по фону. Давай еще зеленый посмотрим. А я, знаешь, о чем подумала? Ну, а вот насколько это практичное вообще решение? Тут же у нас пушистые ворсинки. А вот, например, если животное, знаешь, как готовое.
лоскуточки, вот не будет зацепок вот таких вот здесь. Мне очень нравится здесь плотность волсофта, я даже тебе покажу. Механическим повреждениям такой плед не подвержен. Если в вашем доме есть животные, если детишки решили покатать машинки поверх кровати, да, это у нас они любители сделать. Смотрите, повредить фактуру никоим образом невозможно. У нас с вами эксперимент. Для всех один тканей, да, мы проверяем очень жесткой расческой очень с металлическими жестко, щетинками. Да. Испортилась бы быстро, если бы ткань была рыхлая. Здесь мы с тобой ее только расчесали. Ну посмотрите. Что ж, и не вытянули ни одну петельку, а значит, не гоняем своих маленьких кошечек, собачек, детей тоже, которые любят покатать машинки, не испортят. Это точно долговечное решение. Итак, внимание, 150 уже заказано, покрывал, запишите название. Грация, покрывало, двустороннее, пушистое, мягкое, многофункциональное. Можно и укрываться, можно и украшать свою гостиную или спальню, можно сдрапировать и прикрыть мебель, и можно стелить даже как коврик для детей, которые любят играть всегда на полу. Давай третий цвет посмотрим. С удовольствием, безумно нравятся зеленые оттенки, ты это знаешь. Приказал. Здесь буквально лето, песню хочется спеть, просто лето, ах лето. Посмотрите, какое небо голубое, Оля, в свежие краски, это просто действительно позитивное летнее сразу настроение в доме. Я в детские комнаты рекомендую такое, потому что дети развиваются хорошо, когда видят картинки природы. Это так умиротворяюще. Какие же оттенки необыкновенные. Розы здесь выполнены в таком редком, таком неизбитом оттенке. Это что-то невозможное. Слушай, я обязательно присмотрю для себя. Мне очень нравится. Да, Юля очень любит такие модерновые вещички с интересными какими-то сочетаниями цветов. Да, если вы так такая же, то вот и вам это решение тоже понравится. Зеленый называется цвет, здесь и стрекоза, здесь и такие вот интересные подсолнухи, здесь и фиолетовые розы. Набирайте наш номер телефона прямо сейчас и забирайте из прямого эфира. Знаешь, мне кажется, на подарки вот просто, знаешь, такой очень приятный, теплый, заботливый будет подарок. Функциональный подарок, практичный подарок, полезный подарок, потому что он многофункциональный. Вот вспомните, мы когда вот, да, хотим комфорта для всех членов семьи, мы набиваем шкафчики многочисленным текстилем. Мы в магазин идем всегда чего-нибудь да возьмем. Одеялко для лета, для зимы, кучу пледов. Здесь же у нас сразу и украшения, и одеяло, и плед, и защита для постельного белья, и для здоровья польза, потому что это эко-мех, синтезирован с теплом овечьей шерсти, то есть разрабатывал структуру волокна так, как у овчинки, и поэтому тепло, отдача такая же, как от овечки.